Дорофеева Анна Ивановна, Надежда Семенова, Иварева Анастасия Анна Новикова. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане. На вокзал можно. Зайдите. Папаша, огоньку не найдется? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Оладушки, оладушки, где были бабушки? Селянка, у тебя бабушка есть? Нету. Сиротка, значит. Джигит, иди сюда. Чего? Ты маму любишь? Маму люблю. А деньги любишь? Очень. Ровно в полночь. Что в полночь? Приходите к амбару, не пожалеете. Вы привлекательны. Я чертовски привлекателен. Чего зря время терять? Вы меня? Да. Вы меня извините. Я слышала, ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. Вам очень нужно? Да. Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам... Алло. В 9 часов вас устраивает? Ага. Ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать. Музыка! Честное слово, мне здесь очень нравится. Ларису Ивановну хочу. Помогите! Спасите! О! Ай, бьё ханабаден, Томас Карро Рональд, бьё мрадели колоссален, жавит погорело, лунда ханабаден цигель, цигель. Айлю-лю потом, но них нет ни в коем случае. Ну почему, ей может что-нибудь надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо-туристо, облика морали, ферштейн, все быстренько. А что ей надо? Ах, мог, портерону! Вера вас, трукадар, рубиц! Что же делать? А дети? Что с ними будет? Есть только один выход. Только один. Ларичева. Маня, она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбогин, она же Людмила Гуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Паният. Ну,
Слушай, бабка, меня внимательно. Слышь, скажи, мол, человек от Фокса пришел. Весточку притаранил. А вот завтра в 4 часа буду ждать ее в Третьяковского проезда возле Метрополия. Ну, рост я среднего. Да, вот в пальтишке буду черником. Кепченочка серенькая. Чтобы узнала она меня совсем, журнальчик у меня будет огонек в руке. На улицу кой-кого. Кой-кого это куда? У вас что, подпольный кабинет? Почему подпольный кабинет? Какой подпольный кабинет? Улица кой-кого. Улица имеет имя? Имеет. Максима Горького. А, Горького. Правильно, улица писателя Максима кой-кого. Все, что ли, поняла-то? Ну, покеда, бабанька, покеда. Я должен я принять ванну, выпить чашечку кофе. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны. Антон Семенович, здравствуйте. Вы до которого часа сегодня работаете? Так значит, до 4 будете. А я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. Клиент дозревает, будь готов. Вы всегда готов, Дюбок. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы... Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Чтоб